День добрый, друзья. Вот хочу показать Фокс, но немножко в другом. Пропеллер я его называю, от вертолета. Посмотрите, что она творит. При проводке она вот крутится. И будет такой шум поднять, что вся Волга услышит. Вот смотрите, видите, как она крутится? Она сделана очень просто. Это система взята с лягушки. У меня есть лягушка такая, хотел эту форму сделать, но не доделал, оставил как бы на потом. А вот сама приманка сделана таким образом. Значит, ну я это тогда на быструю руку собрал с проволоки. Вот. Проволока сделала спираль, хвост и вторая спираль сюда, в тело. А между ними вертлюжок, который и позволяет хвосту крутиться во все четыре стороны. Можете пробовать. Это очень классная штучка. При проводке она крутится. Никакой хвост, никакой твистер такую игру не показывает, как это. Ну, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.